Да. Ой, блядь, все, давайте про горы. Я согласен. О чем речь? Да. Мэтт Фокс, конечно, да. Я всем по МСК, да, Святос? Так, значит... А что сейчас делается? Грязючка. А что это? А что происходит? А что такое? О, Лёх, смотри, тебе рейд-бафы бафы делают. Так, немножко, ну... Кто хочет поговорить, я хуй знает. О, спасибо. А, блядь, ебать. Так, значит, Линдгрен трэш в свиту. Так, во тьму, чё там? Это ребус. Первая пати. Понял. И, короче, еще дополнительно пойдет консилятор туда. Так, то еще там. Ну и давай призен пойдешь туда. А хукмастер будешь в свиту, короче, трэш бить. В свиту вон там Керус, хукмастер из миликов. Кстати говоря, на пула нету. Вот. Я даже не знаю, ханта заставлять мелкого напулить, потому что Хридринг сам разберется с большим. Вот мелкого будешь, скорее всего, напуливать на Лингрена. Хотя бы, который под пузом босса идет. И еще хукмастер будешь давать лужу в эту. Ну и Керус будешь помогать Мишке таунтить, и хукмастер тоже мелких из-под этого Хридринга. Ты скажи им, кто в свету, кто во тьме. Я сейчас скажу. Первая, вторая, в принципе. Сейчас скажу все. Я сказал уже, кто во тьме дамажит. Первая, и призен, и консилятор. Остальные это вон свет. Так, теперь в этой. Во тьме хилит, значит. Ёбаный в рот. Паладин новый. Ты знаешь тактику на это все? На эту хуйню? Вот пойдешь во тьму, там легко. Там хилить всего лишь одного танка и 7 человек. Вот. Не уронить, самое главное, танка там будет танчить и Вилаша в первой пати. С тобой туда пойдет Мурлокос и Мордаунд. Вот. Два этих шамана остаетесь со мной. Бидон, зайдешь и выйдешь. Второй стелс и никуда не заходишь, как обычно. Вот. Ну, Светуху Лидринг танчит. Так, теперь по хилам сказал. По диспелу. Во тьме будет диспелить. Или Мурлокос, или Мордаун, сами решите, там кто из вас. Ну и Рарник, Савила, не распределите. Джагу, ауры. И что там еще, блядь? Джаги у нас круговые. Ну, похуй. Первый, второй, фридом. Круговые, похуй, пускай так. Ну, там обычно Рарник первый кидает, а Вилан. Ну, тогда я второй буду. Да. Так. Так. Пристабав там обновите, не на всех. Ну и все, в принципе, сейчас рыбу ставлю. Рарник, сядь тоже, пожри. А где специи? Рыба, есть специи? Нет, 6. А, нет, есть специи, извините. Нихуя себе, это что, МК? Тихо. Хуя, я тоже хочу МК. Ты метки поставь людям. Блять, я с этой стороны, наверное, начинал. Единственное для паладина, для новенького, если у нас, если на танка падает метеор, танк разворачивается на рейд, а рейд уходит там, где хвост был. Так, давайте проверка. Все готовы. Заходим за линию. Чё, давай я дам. Нет, я 5 секунд дам. Всё, даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1.
Метеор. Бля, взятый лагает очень сильно. Вообще все стоит. Хорошо, разлагуй. Опа. Хуй знает, я набулил, но... Это... был. Чем ты стаунтил? А, ну ладно, давай падаем. Что, мастаунт какой-то или что? Ну, да. Да, моб, короче, шел, я его затаунтил, а он на коте. Не надо ему, не давай никогда мастаунт. Он шел, говорю, на другого. Он потом просто развернулся на кости. И как раз я кликанул. Десятого нормально слышно, нет? Ну, да, слышно нормально. Да. Типа, у меня вообще пиздец. Мы все еще бьем босса у меня. А, ну у тебя пинг. Замена плюсуйте. Да это. Плюсуйте замену. Здесь есть кто-то. Поставьте, пожалуйста. Надо других кого-то брать. Стелси взяты, идите отдыхайте. Призон в хила. Блять, ты мне ГП за лаги накинул? Ну да. Че, отменить? За недостаток, как говорится, вирусов. Ну, да. Блять, такое как бы. Я ж не виноват. Лаги, если, конечно, в смысле. Все, идите, чилите. Похуй. Ну да, я, может, игру хотя бы перезагружу. Там, там у одного лаги, а у одного там ребенок. Все, идите, отдыхайте тогда. Так, Дартис, пойдешь во тьму. Ты был тут? Выйдите, присмотрите, если вам не нужно. И тело еще какое-то надо. Че там? Никого нету больше. Значит, ну пробуй. ДЦ-шнекса вроде как. Угу. Ставьте. А, сумните его. Угу. Сумоним. Я думал, Гоша, ты просто в подвал пойдешь свой и все. А этот ДЦшник будет наверху. Он знает же, что делать. Готовьтесь нахуй, лучше убирайте лаги свои там куда-нибудь. Что-то, хуй знает, что-то как-то, блять, как-то посерьезнее давайте. Блять, я тебе риснуться не могу. Дайте палец, я вроде нормально теперь. Да. Этот. Вырез в Диси. Без понятия. Похуй вообще. Пускай. Ты посмотри, сколько написал, у тебя. Что делать. Все, проверкой будем пулять. Так, с Мэрисом. С Мэрисом, с Мэрисом. Стелси, пати, дальше по Мэрисом. Могу. А, ну, не труп. Не тоже, 25 человек. Угу. Не, она там в этом. Все, холидринг. Подожди, стоп. Тут, там все уже резнулись. Услуги Хэпал предлагает 4Т5. На лут не претендует. Какой? Ну кореш на. Блядь, а на... давай пока пул дадим. Стоп. У нас пока свой. Я вообще сказал Славе. В этот рейд, что ли, или что? Да, решил? В этот рейд, он говорит, просто помогу, говорит. Все, давай, давай пульнем пока что. Даю отчет. Не лагаю, да?
Надо ставьте его обратно. Юля, выставляй, выравнивай его. Это хуета полная. Выравнивайте сразу. Метеор. Три секунды на полощу. Не спал. Мерис в Диси. Метеор. Стопните по боссу. Живое пламя, она понял, сам можно играть. Да, 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 играйте больше. Керус. Послакал. Ну лучше не заходи тогда. Заломанус неси. Да сейчас лезвия пройдут, когда. Что это нах? Звезду хапал. Не видно нахуй или чё нахуй? Керус рез и хапала. Быстрее, быстрее. Иннер ему дай. Лезвий нету? Иди заходи в тьму обратно. В звезду встань и смотри на лезвие, блядь. Не в лезвие не попади. Не, полет он выносит. Вставалку юзай. Во тьме хукмастер Тартис останетесь. Чё по проценту? 53. Ходи. Во тьме хукмастер Дартис останетесь. На продакс. Сейчас лезвие будет. Цвету Геру давайте ему фокус, и где? Почему ты еще до сих пор в тьме, блять? Метеор. Метеор. Фокс, резкий консилятор. Леха, один маленький. Консилятор. Свет. Таунтить, помогай вот эту хуйню притяжкой, таунт. С маленького Светрыш. Забери. Блять, как консилятор нахуй? Ты смотри, не срывай слингрена. Мурлокос, да, мурлокос рез. Мурлокос рез. Фулт убить. Метеор. Обжали. Метеор. Вставай быстрее, беги. Лезвие. Мэрис, вынеси, вынеси. Сам себя здесь спалишь. Провист, у тебя что, ну, звездопад нельзя восстановить? Дикон не рез... было страфула. Дикон рез её. Так отойди за спину протопала, чтоб такого не было. Или что, это трудно сделать? На пула нету, блять, играйте от сейвов. Иннер, Ровист, Мурлокос. Я Войду уже кинул Иннер. Мурлокос и Мэтфокс еще по Войду, даньте. Метеор, перебежали быстро. Призан, ты же... Как вы местами поменялись? Ладно, похуй.
Витя, ты напуливаешь, да, большого? Ну, нет. Бейте большого, бейте. Там огром. Костя сам держит. А, то есть можно спулы дать все там. Да. Бидон, ставь тотем. Мэри с гимноману читай. Жаль. Метеор. Тебе даже триньку не завязал. Рука выносил. Ну, диспел? Мэрис, нахуй диспели людей, которые метку выносят. Я тебе подиспелил вот. Или, да, вот тут помогайте. Че, это последние мобы, нет? 70, аккуратно. Сейчас будет метеор, просто перебегаем и в босса играем. Выноси быстрее. Перебегаем. Бейте, говорю, ничего, нахуй, просто. Легко. Великая победа Орды. Топ, РДД. РДД чешка. Радуйтесь. Заслуженно. Брат, чешка. Заслуженно. Ну, карта пиже, поэтому. Карта лучше, чем чешка? Да. Чешка, да. Ну, вместе одевайте просто и все. Так. Кстати, я бы по консулу взял бы потестить. Запы. Че, чешку гер по консулу? Да, да. Мне там не зажрались? Подохуе. Мы в БС идем сразу. Наверное, да. Ну а что у нас? У нас кель. Я бы на келя пошел, нахуй. Так может, мы ёбнем уже. Да, ёбнем импоруса. Ну и хули. Ну ты посмотри по пачке. Ну БС-то, ну там Т5 вообще-то падает. Ой, но блядь, в этом, на келе. Да ебать, время нахуй, у нас 3 часа еще. Вы что, дрочите что ли? Надо келя убивать. Сейчас, блядь, сейчас... Пойдём, пойдём, ну пошла келя тогда ебашить, хуя, блядь. Тихо, блядь. Слава. Я там писал вначале, что я до 6 сегодня. Кто? Вот тем более, час там остался. Мэтт Фокс, да. Это, значит, Макс, тебе нужны быть? Мурлокос, это, на куда? На сову, да, забираешь эту хуйню? Или Мордаун туда дадим, нахуй, он следующий. Ну ты посиди со своими боссами, он с этой хуйнёй, нахуй. В как смысле? Вы? 71-й хуйнёй вот это. Слышишь, давай взятого... Взятый ты разлагал? Эти буду носить, ну, там на обоспех. Я говорю, давай Мордаунту, говорю, дадим нахуй. У него санина какая-то с критом, бля, 77-я. Или чё, нахуй? Я отойду на пару минут. Давай думай, блядь, Мурлокос, нахуй. Ну вот, Мордаун пишет. А, Максу, ясно, нахуй. Всё, пизду, забирай. Поделите чешка РДДМ. Рарник, пошли за сумоним этого взятого. Бля, ну по консулу. Я тоже, кстати, уйду, если что. Я рискнул. Когда? Куда ты уйдешь, блядь? Через 2 часа, через 2 часа. Проходи сейчас, пробуй. А, нет, через час уйду. А, мне там вот поэтому в окна. Победа, нахуй, я готов. По консулу потестить возьму. Блядь, а куда ты улетел, нахуй? Нахуй ты жмешь ПГП и уходишь с инста, блядь. Кто? Не ты, блядь. Понятно, что не я. А ЕП за босса будет? Нет. Да, сейчас он лут раздаст. Окей. Опять спасибо Ширушу. Вообще спасибо, у меня тогда такая же херня была. За лупа, блядь, мужики, коня нахуй. Мужики, короче, ну босса. Ну, нам такси надо, взятый. Ты нормально? Так, конечно, я в порядке, да. Так, ну что ты, да. Рарник, давай, подлетай. Шашечку на место поставил. Так, надо мне где-то списали, нет? Скажите, что, ему, что, списали, скажите ему, что не списали, блядь. Пускай побузит. Принимай сумон, пошли сумонить с того. Этот, я тебе лидера дал там. Надо это, выходи. Слышишь, Эволов, выходи с инста, чтобы там сложность поменяли.